Бруклин, добрый вечер. Безрат Ашем Итбарах. Бешем Ашем Наасе Венацлиях. Всевышний благословит всех, кто тут сидит со мной. И Безрат Ашем дома, кто смотрит этот урок. Амин. Безрат Ашем, я хочу дать урок маленький. Так, насчет одна тема, что мне очень важная. Особенно, что мы тут так сидим, одна семья, Барух Ашем. Этот урок, чтобы знать, кого Бог очень любит. И почему он его любит? Сегодняшний этот урок, я мечтаю, что мы это поняли после этого урока, что для нас один еврей, что сделал change, поменялся, что на себя взял какая-то мицва. Один еврей, одна мицва. Поменял дорогу, что для нас это не было что-то простое. Что это для нас, что мы поняли, что это большое Всевышнее. Баба Меция, Агмара, Пея, Ямуд Алеф пишет. Кола меламед эт бен хаверо Тора. Каждый, что учит Тора, сын его друга, да, у него есть друг, и он взял его друг, его сын, он его Тора учит. Да, пример, у Руфачик есть сын, и его сын у меня учит Тора. Да, пример, да. Кола меламед эт бен хаверо Тора. זוכה יושב בישיבה של מעלה. הוא תיבה, בוג תיבה בישיית שתו, פוסטי סמיירת, פוסטי סטוד ועצית. אגדי יסי זו, תיבודי סידית סמנוי, תי סידיש סמנוי. פצ'מו, תיעוצ'יל, סין של תבוי דרוג, תיעוצ'יל לבוא תורה. תם גמרה פשוט, נו, שתו, נו, עוצ'יל לבוא תורה, פסיו, זה אתו, און סידית ורייס, בוג אתם, נעדין סטלטם. А вопрос там, что есть, что сейчас человек сидит, учит другого Тора? Вы должны знать один вещь. Если у вас есть ребенок, и есть какой-то рабай, что его учит Тора, настоящая Тора, красивая Тора, сладкая Тора, это не простая вещь. Почему если твой сын ко мне приходит и учит у меня Тора, да, я сейчас разговариваю сам на себе Тора, ну, учит мои уроки, и я задаю сейчас вопрос такой, на чего я разговариваю, Ронен Шаулов, на чего? Уважать родителей, не трогать гойки, не кушать некошерная еда, не смотреть грязные вещи, сделать мир с людьми, не бросать еда на мусор, это бальташхит. Много грехов, что есть в Тора, что за них мы потом платим. У меня на мои уроки твой сын будет учиться. И если твой сын у меня на уроке это будет учиться, так что он будет меньше грешник, он будет меньше грехи делать, он почти не дел, не сделает, и он больше будет тебя уважать. Почему? Потому что я его учил Тора. Что написано в Тора? Избить родителей, хас ве шалом. Что, украть у кого-то, взять гезель, хас ве шалом. Что, бить жадный, это хас ве шалом. Вся Тора это хесед, доброта. Что Тора учит? Не будь неблагодарный. Будь благодарный. Любить надо, уважать надо. Не обманывать. Так если твой сын ко мне пришел, не местнее, чем несколько минусов у него было. Или плюс у него было. Его плюсы со мной вместе у меня на уроке станут от 100% плюс 200%. А если у него была какая-то минус, это минус, он будет стирать, потому что он был на урок. Урок добавляет, урок чинит, урок может тебе делать только хорошего в жизни. Особенно, что это урок на мусар. Ну, опять, я очень, у меня гордость нету, кто меня знает, но я горжусь, что... У нас такие уроки, как они есть, на такие темы. Барух Ашем. Так если я спас твой ребенок, и твой ребенок это твой сын, и ты мой друг, и я такой доброта сделал для тебя, что твой сын тебя не уважал. После моего урока он пришел домой. Папа, извини, что вчера я тебе так ответил, это был последний раз, папа. Я в жизни больше не буду тебя так обидеть. Я сегодня был на уроке у Ронен Шаулов, и он сказал, кто может обидеть родителей, он неблагодарный, у него не будет ни какая-то
ни какая-то неудача, и ни покой, и ни благословение. Я не хочу быть такой. Я не... Извини, папа. Я кому сделал хорошего? Мой друг. Как я ему сделал хорошего? Я учил его сын Тора. Баба Меция пишет, «Кола меламедет бен хаверот Тора». זוכה ויושב בישיבה של מעלה. איתם ופרוס, אין יעקב פישית. פצ'ימו אונטק בליסקק בוגו. פתאום שאתה בוג עברית. תי אישה ספריניוס ריביונה קמני בליסקה. תי אישה סדירת למאי דייתי פקוי, שתו ניבו נטו פרבלימי סיכני דייתי. יבוא ריביונה כיבוא דייבצ'קה, גולה עליו כלובי, ברי, תנצבלה, גולה, פיות קק, קרושת שמושינה. Она была сейчас на урок и слушала, что это скромность, что это душа, что это быть чистая, святая. Почему себя, хас шалом, что ты себя не сделала такая, что ты легкая, что у тебя было уважение, что у тебя, хас шалом, на тебя не смотрели, как будто ты какая-то такая, хас шалом, грязная. Уважай свое тело, себя. Если твоя дочка такая ко мне на урок пришла и домой назад ушла и вышла от моего урока, чистая, лучшая, скромная. Все, больше она не хочет, чтобы никто ее трогал. Она начала шумерить нагия. Все. Нет такой шанс, что она забеременна, а потом, может быть, будет свадьба. Нет. Она будет свадьба, а потом будет беременная. Как раньше наши бабушки жили. Не как сегодня. Уже почти 50% от свадьбы это они делают свадьбу, потому что она беременная. Там стыд большой. Ну, сейчас будет меньше стыд. Бог говорит, а, ты сделал меньше стыд? Ты сделал, что у твой друг будет покой в дома, а ты его дети? Если ты так сделал, ты тоже мой ребенок. Если сейчас сидит кто-то, у него есть покой, счастье за тебя, у него есть радость, у него нету проблем, нету стыд, ты мой ребенок, сиди рядом со мной. Кола меламед бен хаверот Тора, зохе ויושב בישיבה של מעלה. Это... נשות שלווק שתו אוצ'ית, סין של חבר שלו, יבוא דרוג תורה, גמרה פישית. וכל המלמד את בן עם הארץ תורה, שעשה תור שני מוי דרוג, ישש אוצ'ו תורה, ניסוויו, דרוג היבוא סין, נית, בן עם הארץ. Там пришел ко мне человек, и его отец вообще не знает, что это шаббат. Он смотрит телевизор, все против датишники. Он говорит, датишники, паразиты, надо их убить. Они не делают армии, они то не делают. Они не платят за мессии. Они все... Он вообще стал такой, что ненавидит Бога, ненавидит датишники, ненавидит Тора. Он вообще пошел далек. У него дома мезуза есть. Красная нитка у него на руке сидит. А он, когда есть ханука, там свечки делает, там, и в Пасху он кушает мацу, и он думает, все, он уже цадик большой. Баба Меция пишет, пей, ему дали. Его сын пришел к тебе на урок, и ты его вернул бетшува. Ты его поменял, сейчас он идет домой, и он начинает их учить. Он сейчас исправляет. Отец, а где, что отец потерял? Сын нашел? Ты такого далек вернул бетшува. Ты такого далек бен амаарец вернул бетшува. Ты его принес близко. Гмара пишет, афилу акадош баруху гозер гзера. Дальше, Серджо. Дальше Всевышний, хас ве шалом, на тебе должно было быть какой-то сейчас удар. Что-то, что ты не знаю, что от Бог написал, что в это и в этот день у тебя должно было быть, хас ве шалом, плохая новость. Слушать что-то плохое. Кто-то у тебя должен был быть, пройти какая-то авария, какой-то хас ве шалом. И ты занимался. Что вернут люди далекие бетшува. Даже если написано было, что у тебя должно было быть такой какой-то гзардин тяжелый. Бог говорит, я стираю. Я стираю. Почему? Потому что написано, «Ваим тоци якар мизолель,
кефи тие. Сами дорогая, сами дорогой мицва в Тора, Саша, мой любимый, это принести человек близко к Богу. Это вернуть его к Богу назад, что он не только сказал, есть худо, худо большой, Бог большой, но что он не только с Сефер Тора вместе танцевал, что он ее соблюдал. Вы знаете, мы в такое время, Руфат Шимшон, мой старший брат, тут у меня тут все братья, но ты мой старший брат. Я тебе хочу сказать одну вещь. Я задал вчера в Нью-Джерси, там 150 людей были. Я задал один вопрос. Что, Бог не хочет нас? Хас вешалом. Что, Бог нас бросил? Хас вешалом. Также хас вешалом, так видно было в ситуации сейчас, что вы знали два раза, что мы потеряли дом, хурбан абайт. Первый и второй дом. Это было в этот год, что Роша Шана была в шаббат. Суккот была в шаббат. И Шмини Ацерет было в шаббат. И это третий раз, это сейчас, что Роша Шана, Суккот и Шмини Ацерет был в шаббат. И в этот годами, когда так было, Бог зажег его дом. И смотрите сейчас, почему Мидраш пишет, что так тяжело, что есть в шаббат такие праздники, потому что шофар надо литко оба шофар, и в шаббат нельзя. Так Бог дал, что день первый день мы не слушаем шофар. Это особенный день של один. Кто учил Зоар, это самый важный день. И в этот день ты не слушаешь шофар. В Суккот, когда Ал Нетилат Лулав Мидеорайта от нашей Тора, в первый день мы делаем Нетилат Лулав, а все остальные дни мы дерабанан. И в первый день мы не сделали лулав, потому что был шаббат. И сейчас мне Ацерет, утром, когда стали на Акафот, весь Израиль, 2000 ракеты. 1200 евреи умерли. Имах Шимам убили, порезали, зажгли. Я не хочу вам тут сказать вещи, что изнасиловали солдаты. Весь Израиль было, не могли выйти в синагоги. И в Моцей Шаббат весь Израиль бомби, на весь Израиль. Люди в синагоге, акафот не пошли делать. Так у меня вопрос, что Бог не хочет, что мы танцевали с этой Сефер Тора? Бог не хочет, что мы слушали шофар и лулав адеорайта сделали. Бог хочет. Но Богу надоело уже, что мы танцуем с этой Сефер Тора, а потом бросим ее на мусор. Раба, я никогда Сефер Тора не бросил на мусор. Нахон, ты прав, ты никогда не бросил. Но это, что у тебя всегда на язык плохие вещи, всегда разговариваешь лашон ара, это ты вся Сефер Тора, ты зажег бы огонь. Это стоит? Это стоит? Ты танцуешь Сефер Тора? Ты покупаешь Сефер Тора? А все, что там написано, ты бросил, ты не веришь, ты не соблюдаешь. Бог говорит, кому надо твоя Тора? Ты с ней танцуешь, а потом ее изнасиливаешь? Ты с ней танцуешь, а потом на нее плюнул? Твоя показуха, что ты танцуешь с моя Тора, мне не надо. Что ты показываешь всем, что я танцую с Тора, мне не надо. Мне надо, что ты ее поставил в сердце. Потому что когда ее не будет, мы все ее захочем. А когда она есть, мы ее бросаем. В жизни так. Когда у тебя есть, ты не думаешь, как я ее буду держать. А когда от тебя это берут, ты ее назад хочешь. Это что сейчас Бог с нами делает. Он берет от нас что-то, потому что мы ее неправильно держали. Мы ее не сохранили. Почему он от нас берет? Что мы захочем. В Израиль, когда приходит какой-то рош-ир, говорит, у меня тут не будет филин, я не пускаю. 200 люди.
в их магазин, в их бизнес. Покупают МДА тфилин, тфилин ставлю, кто хочет, поискает. Как это в жизни так? Бог говорит, да, когда они против меня делают, я делаю против. За это что вы знали? Мы в такое время, что хотят наша Тора спустить, наша Тора хас ве шалом убрать. Если люди приходят учить Тора, чтобы лучше сделать нам, чтобы исправить нас, чтобы поменять наше, как мы думаем, как мы чувствуем. Если ты взял такой далек человек, и ты его принес близко, если это твой друг-сын, или если это чужой, что его отец вообще амарец, и это тут его сын сидит. Бог говорит, не я, гадола маасе минаосе. Большой в Тора это не кто делает, это кто сделал, что я сделаю. Тут сидят, Бог Хашем, Серджо, Зволунчик, Ашир, Саша, Руфа Чимшон. Да, еще Ронен, еще тут люди, что я их люблю, уважаю. Если вы меня не принесли бы сюда в этот раз, и мне не помогли бы, я не смог ничего делать. Я сам с собой в Израиль разговаривал бы. Сидел бы дома, ракеты слушал, там аларм. Все, сидел дома. Но я тут сижу. Я сюда пришел. И позавчера в Квинси урок, два урока. Вчера в Нью-Джерси урок полтора часа. Сегодня с вами тут будет два урока. Это только первый. Ну, я сейчас разговариваю, Барух Хашем. Но кто мне дал шанс разговаривать? Кто мне дал возможность прийти и кого-то тут поменять для него его жизнь, что у него жизнь была лучше, что он поменял его качества плохие, что он сегодня еще один вещь понял, что есть у Всевышнего что-то, что он большой, чем всего. Это принести близко еще один еврей к Богу. Вы знаете, я скажу что-то, что может быть вам будет без радости нелегко слушать, но мы сейчас в такая ситуация, что больше, чем 150 евреев в Газа, там никто еще не знает, а где они. Живые, не живые, никто не знает. Но я к тебе так, Руфа Чимшон, потому что ты тут, ну, Барух Хашем, у Звулу есть дети, у Ашир, у Саша, у всех будет 100 детей, без радости. Ну, ты уже старший брат, у тебя дети есть большие уже. Хас ве шалом, Руфат, хас ве шалом. Хас ве шалом. Если у тебя хас ве шалом, сын там был внутри. И тебе говорят, машину, дом, бизнес, все, что у тебя есть, поставь. Ты поставил бы, что вернуть ребенок, да или нет? Честно, Руфат Чимшон, вопрос нету, правда? Это не вопрос. Это, ну как, за шейла, риторика, за лошейла. Если хас ве шалом, я тебе сказал бы, Руфат Чимшон, у тебя 20 лет есть. Ну, один взяли. Что ты с ума сходишь? Один взяли. Ну, пседер. У тебя еще 19 дома сидят, спят. Оставь их. Тебе оставил? У тебя 20 детей. Только один там. Ну, у тебя 19 дома, Руфат. За один? Ну, у тебя 19 дома. Свое, да? Слушай, ты готов вернуть один, даже если у тебя будет 500. И ты готов дать вся, каждая сумма. Бог говорит, а что, я не отец? Как написано в Торе? Авину шебашамаим. Ав арахамим. Бог говорит, вы мои дети. Почему ты не готов вернуть ребенок для меня? Если один ко мне придет близко. Один. Это для меня стоит. Это же мой ребенок. Почему ты не готов для меня заплатить каждую сумму, что люди придут? Ты готов заплатить на каждую вещь в мире. На певец, в ресторан, рубашка красивая. На каждую вещь ты готов платить. Но когда это принести один бетшува или организовать урок Тора, ты не можешь ничего делать. Бог говорит, для меня делай. Я тебя буду любить сами больше. Ты для меня будешь самый-самый важный в мире, потому что ты сейчас сделал какой-то шаг,
что от этого шаг человек может прийти ко мне близко, меньше грехи делать, больше мицвот. Он будет со мной близко. Ему будет завтра меньше проблем. Откуда все наши проблемы в мире? От наших греха. От нашей ошибки. Почему наши родители страдают? Потому что мы неправильно, не на правильный путь ушли. А если сейчас ты сделал так, и вы сделали так, что мы пришли сюда, и люди дома смотрят, не один-два, алафим, смотрят много людей. Один от них после этого урока сделает больше, лучше. Это ваше, это не мой, потому что написано «Гадола маасе, мина осе». Я сейчас осе, я делаю, разговариваю. Но кто мне дал возможность разговаривать? Кто меня пригласил сюда? Кто мне дал все, что я был тут? Вы. Что для вас это не был маленький вещь, Сергейчик. Рофа Чимшон, что это для вас не был что-то маленький. Ну, я дал, я принес, я сделал. Это не маленький вещь. Если вы когда-то вытащили, и вы вытащили, я знаю. Когда вы вытаскиваете, люди как тут сидят. Ашир, Саша, Звулун, я. Когда вы вытаскиваете для таких вещей, как Тора, чтобы сделать урок Тора, чтобы вы не думали, ну, я сделал, что я сделал. Что вы знали. Я сделал что-то, что это самый важный вещь у Всевышнего. Это не Ронен Шаулов сказал. Это Гмара Баба Беция. Кола меламед, это бен дно Тора, это бен хаверот Тора. Ты только его учил. Зохе вешев вешива шельмала. Векола меламед бен амаарец Тора. Ты чужой учил. То, кто его отец и мать далекий от Тора. Что его дома не учили, что это за визат филин. Он не знает, что это тфилин. Один раз завязал тфилин, когда был бар-мицва. Все, и тоже тфилин от картон, от найлон. Там 20, я знаю, сколько там копейки дал, подарок получил, потому что он не знает, что это тфилин. Он готов заплатить на хороший какой-то дресс. 5000 дал. На какой-то там, гучи, мучи, пучи. Это он даст $5000. Тфилин, $500, это софер там, кто пишет, он ганав. А кто Гуччи на $5000 продал тебе, он и ганав. Это амарец. Сейчас приходит его сын, и все. Он сейчас перестал купить Гуччи на $5000. Он $5000 сейчас принес какой-то раввин, что будет учить Тора. Отец с ума сходит. Так, ты что, так? И сын начинается вернуться бетшува. Бог говорит, кто его вернул? Кто сделал так, что он вернется? Кто это сделал? Он для меня на самый высший уровень. Лахен Тора пишет. Амар Раби Юдан. Кол амеламед Тора барабим. Человек, что учит Тора люди, сидит и учит их Тора барабим. Тут, ברוך השם, סידיית לודי עוצץ התורה. זוכה ששורה עליו רוח הקודש. שולדק שתו עוצי תורה. אומר שיר השירים רבה. אומר ומלמד תורה אשר לא כל אחד מלמדה שמקריא מכתוביו, מהכתובים, ואומר אותם בפיו לרבים. יש לרבי, יש תקי עוצי תורה שתו דלניך לוצי. עוצי תורה שתו тебе будет приятно слушать. Учит такая Тора, ну это моя работа, я должен учить. Омер Раби Юда, есть такие, что учат Тора, как написано в Тора, он тебе говорит лицо, дальше тебе тяжело слушать, и тебе иногда обидно, и не так удобно, но это тебе будет поменять, это будет что-то тебе лучше сделать. Омер, такой человек, на него Рух Акодес сидит на голове. ואם היה רוצה ללכת לקבל ברכה מבני תורה, עמלי תורה, ומלמד תורה ברבים, ודאי שמלמד תורה ברבים גדול מכולם. человек, что учит Тора, его благословение, это лучше, чем всех благословения. Почему? Потому что есть такие сидят, учат для себя. Есть такие, выходят, потеют, учат другие. אומר רבי יהודן, זוכה ושורה עליו רוח הקודש. וכך עשה שלמה המלך. Так был שלמה המלך. Учил Тора, и на него был רוח הקודש. И с רוח הקודש написал три книги.
משלי, קהלת ושיר השירים. וזנאיתי, בילי ברימניה נלוך יום נערופת שמשונתים, תי סמנה פסידי, יא תלו קשס, סירוגס סמנה סידיר, מי פקו שלי. יא סירוגס קזר, יא תק ימוס קזר, он свидетель, он там был. Я сказал, что вы знаете, я ему сказал, что ты знал Серджио. И я с Рофа Чимшон знаком уже почти 8-9 лет. 9 лет. Я ему сказал, я такие дня прошел, нелегкие дня в жизни. Ну, жизнь, нелегкая жизнь, испытаний много есть. Я ему сказал, есть, был человек там со мной всегда, что только телефон я поднял, не только что слушал и разговаривали. Он там для меня был, помог и никогда нет не сказал. Это Рофа Чимшон. Только сейчас на тебя разговаривали, клянусь. Ты знаешь мое сердце, как я тебя люблю. Я когда люблю, это видно, это я не могу скрывать. Есть тут люди, что я их так люблю, я не знаю, я люблю их не меньше, чем люблю мои братья. Тут сидят, Бог Хашем, Аширчик, Саша, Звулун, Серджо, и еще тут все, что я вас люблю. Что вы это знали. Я хочу, чтобы вы это знали. Я вам говорю это как-то мя-лев шели. Этот раз я никогда, и ты меня знаешь, 9 лет, я никогда в такое время не пришел в Америку. Когда я прихожу в Америку, это 4 раза в год, максимум 5, минимум 2 раза. Это то же самое времена. Это на август, июль, ну, когда дети выходят на их vacation. Это before Elul, всегда я был тут. Потом еще время, это всегда перед Пурим, или Пасха, или Песах. Это еще вариант. Так что это время, что я прихожу всегда. И в Хануке. Не один и два раза я был в Хануке. Это 4 раза, что я всегда бываю тут в Америке. Никогда я после Суккот сюда не пришел. Никогда. Шмини Ацерет, танцеваем, Тора, Симхат Тора. Потом начинаем уроки в Израиль там. Но уже 2 месяца почти у меня в сердце хочется сильно быть в Америке. Потому что у меня календарь до Ханука полный. У меня только эти дни я для себя оставил, чтобы, ну, я сын вышел замуж у меня, Бог Хашем. Женился, Бог Хашем. Сын мой женился. Год тому назад моя дочка вышла замуж, Бог Хашем. И у меня время, ну, отдыхать даже не было. И был всегда, Барух Хашем, хорошие новости, Барух Хашем. Я сказал, после Пасха этот раз я еду на 2 недели. Я поеду, сделаю уроки. Рофат мне сказал, Серж сказал, Ашир, все сказали, может быть, подождем еще мало, после праздника не приходи. Ну, подождем еще, что люди будут больше. Бог Хашем, не только что вчера были 100-150 людей, и позавчера в Куинсе еще, Безрат Хашем, еще уроки есть. Я сижу сегодня сам собой, думаю, Бог Хашем, Бог меня любит. Почему? Если я остался в Израиле сейчас, все уроки, что я закрыл бы там, все, я не смог бы выйти, потому что Израиль закрытая. Там бомбы каждые несколько минут, там террористы, это... Так я сидел бы дома, и для меня сидеть дома без урока Тора вечером, это депрессия большая. Я не могу сказать на многие вещи на себя, кто что... Но я моя Тора люблю. Я люблю выйти вечером, обнять людей, поцеловать людей, дать им Тора. Я такой. Я сейчас думаю, я никогда не был тут такое время. Во-вторых, я вышел в Моцей Шаббат, что после нескольких часов у нас почти все закрыто стало. Есть люди, что выйти сюда уже не смогли. Зайти в Израиль сейчас не все могут. Я сейчас думаю, я разговаривал с несколькими рабами, они уроки их, они сняли, нет уроков, никто не придет. Так они дома сидят. Я себе говорю, как, почему это Бог мне дал, это подарок? Почему? Потому что Бог что хочет от нас? Что мы учили и учились Тора. Что есть в этой Тора? В этой Торе есть только сладкие вещи. Только доброта.
только как быть лучше, как уважать один другого. Как жалко, что люди это не понимают и это не ценят. Как люди не хотят послать их дети только учиться этот вещь. В жизни надо быть доктор в Тора, не доктор в другие вещи. Надо быть умница в Тора, не умница в другие вещи. Потому что другие вещи тебе не обещают, что ты был человек. Но Тора обещает, что ты будешь ее соблюдать, ее учиться и реально ее жить. Ты будешь человек. Потому что в Тора есть только как быть человек. За это пишет наша Тора. Тана деби Элияу пишет. Элияу анави. Бераба парашат эт. Мипнейма заха Элькана, шиаца мену бен Шмуэль анави. Шешакул ке Моше ве Аарон. Элькана. Что? Эсефер Шмуэль алеф, Шмуэль бет. Да? Это у него были два, одна хана, одна пнина. Все знают это историю. Да? Почему у него вышел сын, как Шмуэл? Тора пишет, «Мипней шехият Исраэл, лекав схуд беках шехинех отам бемицвот». Есть такие, говорят, почему нету кав схуд, кав схуд, кав схуд? Сейчас слушайте, какой ответ. «Эхрият Исраэл лекав схуд вехинех отам бемицвот, вэзаху рабим аль ядо лашув бетшува». Элькана кто был? Элькана не увидел твой грех и сказал, «Ну, он грешник, но он не виноват». Он хороший. Что Элькана сделал? Элькана сказал, сюда иди, я тебя люблю. Сейчас что ты сделал, что ты знал, это нельзя в Тора. Завтра заплатишь. Я тебя так люблю, что я не хочу, что ты заплатил. Пожалуйста, поменяйся. Пожалуйста, помяни. Поменяй дорогу. Не делай такие вещи больше. Потому что у Бога есть конец, счет. И у Бога счет, это не как ты понимаешь счет. У Бога не кассио. У Бога счет другой. Бог, когда счет делает, это другой счет. Пожалуйста, не делай, потому что, ты знаешь, в конец заплатишь. Ты когда заходишь в Костко, там, не знаю, там магазины, супермаркеты, ты не платишь на каждую вещь. Ты собираешь, 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 наполняешь, собираешь. А в конец, когда выходишь, секунда до этого, перед этим, что выходишь, ты платишь. В конец все платят. Так что если ты собираешь грехи, и Элькана кто был? Не собирай грехи, собирай мицвот, что ты с собой их взял и не заплатил на них конец. Такой был Элькана. И что он сделал? Эхрия лекав схуд. Ну, когда мы знаем, да, мишкал, веси. У тебя сейчас на веси много грехи. Когда много грехи, у тебя меньше, да, ты сейчас много-много-много грехи, у тебя меньше-меньше-меньше мицвот. А когда у тебя много-много-много мицвот, у тебя начинается быть меньше грехи. Это весы так идут. Элькана не сказал на грешник, он и цадик. Он взял грешник и спустил его грехи, и он сделал, что на весы у него было сход плюс. Омерет агмара аль зашир зир бетшува, потому что он был такой. Он выиграл, что его сын это Шмуэль анави. Шакул на весы Шмуэль, как Моше ואהרון. Кто был Шмуэль? В каждый город, в каждую страну, каждый день выходит на урок. Кто его отец был? Элькана. Омер המדרש, אתה לימדת ישראל מצוות וזיכית אותם על ידך, הוציא ממך בן שיחנך ישראל למצוות לדורות. Я тебе дам такой сын. בעזרת השם, נקניץ את התורוק, נהייתי פסטיני מינוטי, שתו עשתה לסנס נהיית התיימה, יחדשו פעם פצ'יטת את קניגה, שתו נפיסל רבנו בחיה בן פקודה, את הבושי שמתי שילית תמון הזאת, קניגה שתו נזיבה יצא חובת הלבבות, שער יוד פרק וב, פישית רבנו בחיה שתו תסלטקה, שתו מדרש נסלושה טיפניית, און פישית. וראוי לך אחי לדעת, יחדשו מוי ברד שאתה תזנל. כי זכויות האדם הם קיים תורה ומצוות, זכות שאתה יסטו שלוויק שאתה סבלדה היא תורה ומצוות. אפילו אם יהיה מגיע לדרגה הגבוהה בתיקון נפשו להשם יתברך, דל שיסטיון בו התנתקה יאו רבין, שאתה פסי מצוות און דיארג'ית,
И вся Тора он знает. И все он соблюдает. ואפילו יהיה קרוב לנביאים במידותיהם הטובות, תיבודיש כך נביא, ישעיהו הנביא, все נביאים נשי, תיבודיש כך אני, אותי ברוח הקודש, אותי בקדש סביך הראשי, תפסי זנאיש, פירות וידיש, בודיש נתקו יורבים, סלושי, все התורה, все המצוות, קדש סבי, נביא, все זנאיש, יורבים תקוי. רבנו ברכי פישית, ומתנהג בתשבוכות השם. תניקו שישת, תסידי שפתעניות, תקדוש. תביא סדין, מוליסר. תהי חסיד, בבא מלינקי. ומשתדל בעבודת הבורא ואפילו פורש. ותביא אפסיות תורה, 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 נהיית, 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 תורה, 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 תורה. את הבלשוי ויש. חס שלום, יא נת אני סמיוס, את הסמיוס לא, יא לך שלום, לא צוחק על זה, את הבלשוי ויש. ואהבה גדולה לו להשם, הוא לא בדבורגה, רוצ'ין. הוא נכון שאתה תתמיר. תולקה נקסט מיר, נקסט מיר. כל התשבוכות ששיבחתי, אומר, פסיו שתו שעשי אבם שכזר, שתו צ'רווי, כמו שביטה כוי, יון תקוי. אוני מורז'ית בית גרם. אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה. אוני מורז'ית בית גרם כקשור אביאק שתו איבו רבותה, איבו ז'יז. את הוירנות לודי בתשובה. את הוירנות לודי נפרבין לידרוגה. את איבו סלווה ישב שתהיו. אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל דרך הטובה. אונש אסטיבי פקזל. סמי חרוש איפות, סמי צ'יסט איפות, תורה. ומיישר הרשעים אל עבודת הבורא, אומזל רשעים, רשע, שולבי גרשניק, דיות נפרצנטי, פרדיות, אתה, פרדיות אנשור לודי, הוא ביווה איתך, יזנה אותם שתו, אדמן ואית לודי, תמה, ורבה את לודי, אדמן שיקבלשוי, נזנה, רשע, או ננבידי תורה, נזנה, תקי לודי רשעים, שתו אני לשון הרע ונכבס דין, פרחוי גלז, נברגדרני, רשע. אומר, ומיישר הרשעים, תבירוש את הקוי של אבי, כי תאיבו נפרביל ניפוץ תביש, נצ'יסטי דרוגה, נישר, נתקאי הדרוגה רוב ניה. אומר, וזכויותיו נכפלות וגדולות בעבור זכויותיהם של כל מי שהזכרנו. און לוצ'י, און בולשי, און וז'לי, און צדיק, און סמי, סמי, בולשי, פסיו שתו מצ'יטה לבנצ'אלה. שתו און דיאלית, און יחסיד, און יקקוי את התקוי שתו, שתו און דיאלית הדין ויש, און יספרבליית, לודי, און צ'ינית, און מניית, ניפרבין להתוויה דרוגה, און בירות תבוי גרז נירות, הסתבי תיבט המסלט כבישי, Он берет твои грязные глаза и ставит тебе чистые вещи. Он делает так, что ты всегда смотришь на улицу. И у тебя хорошая жена дома. Он тебе взял, что ты такой раша, что всегда ты только изменяешь и гуляешь. И твоя жена бедная лежит дома сама, спит сама, сидит сама, кушает сама. И ты весь день кушаешь всех. И он взял один, как ты. И он поменял твоя дорога. Он тебе дал понять, если будешь так делать, у тебя дочка, ее муж так тоже сделает. Он тебе мало напугал. Не просто так напугал, так написано в Тора. Это наш, Безрат Ашем, урок. Следующая среда, это Беор ха-Мизрах. Это Мида кенегед Мида. И Бен Адам ле-Хаверо, у нас два уроки. Безрат Ашем тоже там дам. Безрат Ашем. Очень-очень хороший урок я подготовил тут в Америке на этот раз. Ты его поменял. Ты его почистил. Ты его взял от неправильной дороги, поставил его на правая дорога. Бог говорит, такой один. Лучше для меня, чем всех. Это кто пишет? Рабену Бахье. Когда ты сам делаешь себе, и ты цадик,
это ты держишь доллар. Но когда ты делаешь, что каждый будет цадик, это каждый доллар. Ты собираешь каждый день $1,000. Может быть, у тебя в карман $1,000 нету. Но Бог тебе такой вещь собирает, когда ты придешь, ты будешь самый богатый у Него. Ты самый сладкий у Него. Потому что ты не только для себя сделал, ты сделал для других. Ты даже их не знаешь, кто они тут сидят. Ты не знаешь имена, а где они живут. Ты не знаешь, кто дома смотрит. Ты не знаешь. И ты не понимаешь, сколько ты сейчас в этот урок, что ты заказал, ты ему помог. Да, Ронин разговаривает. Но тут люди сидят, что если вы не были, я не смог разговаривать. Никто этот дом никогда, в этот урок дома никогда не увидел бы. Почему люди смотрят уроки на YouTube и на еще места? Как они это смотрят? Там сидел кто-то, один от 100 людей там сидит в скамейке. И весь этот урок, что люди исправили себя после этого урока и в этот урок, это не я это сделал, это там кто-то сидел, что за него я был тут. Если не он, я не был бы. Люди меняются, и там сидел человек, что Бог говорит, я тебя люблю сами больше. Кто-то сейчас поменялся в мире. Почему? Что я сделал? Ты сделал еще один урок Тора. Что это для вас не будет маленький вещь, пожалуйста. Готовить, организовать урок Тора, принести раба, что будет разговаривать Тора, что для вас это не было, ну, я еще маленький вещь сделал. Не-не. Это больше, чем все ты сделал. Больше, чем занести Сефер Тора. Потому что занести Сефер Тора, весь синагоги полностью есть Сефер Тора. Как я знаю ее соблюдать? Она не разговаривает. Рабай, что пришел, будет разговаривать. Он будет тебя учить, что ты знал, как соблюдать эту Тора. Потому что все с ней танцуют. Но только танцуют. А потом ее бросают. Избивают. Не, хасве шалом, так не говори, рабай. Я не сказал, это Бог говорит. За это мы так выглядим. Один другого кушает. Один другого ненавидит. Один другого мешает. Один другому плохое делает. Это не Тора. Ну и что, если у тебя борода, и у тебя кипа есть, и у тебя тилим в машине есть, и у тебя мезуза, сами в мезуза у тебя какой-то цадик написал мезуза. Ну, у тебя эта мезуза, она на дверь смотрит, но на твой дверь в рот и глазами не смотрит. Ты грязный. Да, это есть урок Тора, чтобы почистить грязь. Это как поставить рубашка грязная в этот машинка, что она вышла белая. Урок Тора такой делал. А эрев, кавсени, мавуни, омер Давид Амелех, я хочу быть чистый всегда. Что меня почистит? Тора. Это наш урок. Бруклин. Я желаю всем тут, что эта Тора мы соблюдали, что эта Тора мы любили, что эта Тора была для нас бизнес, что мы это поняли. Что это бизнес? Может быть, это неправильно слышно, да, потому что эсека Тора бейврит это. Что мы всегда занимались в этот вещь, что всегда мы были вокруг это, что всегда для нас важнее, чем все было этот вещь Тора. Да, она маленькая. Но Бог говорит, это моя. Это моя сирота. Это дочка, что если вы не будете ее держать, она будет сама в мире. Кто ее будет? Кто будет на нее? Кто ее будет сохранить? За это пишет Рабену Ахида, במחזיק ברכה אור החיים, סימן רש צדיק, סמך קוף גימל. הוא פישית, ואין כל יקר ראתה עיני, ספר חזיונות כתובים בעץ, ותקום פישית, מתארת יד קודשו של מורנו, הרב רבי חיים ויטל, זצל. בכתב ידו ממש, הוא גברית, יאו וידיל, קניגה נושטו פרינץ דיאלי, שתו רבי חיים ויטל, נפיסל ורוקמי, יא וידיל, תק, אחידה פישית, יא וידיל ורוקמי, что Раби Хаим Витал, это был ученик של Ари Акадош. Он говорит, я увидел, что он написал, и я хочу вам написать, что я видел, что он написал. И он пишет так. Он говорит, что мой рабай, Ари Акадош, Зехар Цадик ве Кадош Левраха, а я мазиро тамид, всегда сказал ему, эй, осторожно.
что ты был осторожна. Бема осторожна. Амар ло, что когда ты разговариваешь с людьми, всегда разговаривай с ним бетохеха, беава, כדי להחזירם בתשובה, ובזה תלוי כל הגאולה. כדעתי סנים רזגבר ואיש, רזגבר וסנים שטוב איבו אספרבית, רזגבר וסנים אוליפקה, לובי איבו, נרזגבר כמותון מוסר, דל ג'יסטי און חס שלום מוסר, יון דלת גרז נבישי, איתי נניבו ווידל ברוך הקודש, שטון גרזנולה, שטון סמי נניז, Вита шиво оттуда. Разговаривай с ним. Вытаскивай его. Исправит его жизнь, его дух, его душа. Если такой будешь, придет Машиах за один, как ты. Вен кец ли схаро, и у тебя будет такой зарплата. И Бог тебя никогда не забудет. И так пишет Рашби, Ария Кадош. אומר שבח גדול לו לאדם למי שמזכה את הטועים מדרך השקר לאמת. Если ты ему показал true, ini lie, adman. Ты ему показал правда, ini adman. Это самый большой зарплата, что есть. Это самый богатый Всевышний, что есть. Ты самый важный от всех, что есть. Кто он? Мишело имна тов лаолхим бетамим. Ашем ло имна тов. להולכים בתמים. בוק תיבי נזבודית. פרידיו דין תיבי נדה בודית ככוי תצ'ודה. בוק תיבי פסלושית. בוק תיבי פסלושית. דין פרידיו תסקש פאפה שס. תים ננושן. בוק סקשת. יקש דמותות בודו נושן דין לדין. הדין דין פרידיו. יתי בבודו נושן. יתי באבישיו. דין פרידיו תיו וידיש. ניקקוי צ'לבק תיבי נסמוש פמוץ. Есть один, что может помочь. Чудеса у него в руках. Я тебе буду нужен. Ты хочешь, что я послушаю? Один вещь делай. Занимайся в один тему в мире. Принеси еще люди, еще дети ко мне назад. Баба, может быть, это много. Ты готов заплатить за твой сын миллиарды? Для моих детей ты не можешь платить? А? Ты закрываешь твою руку, а? Потому что это для меня. Да. Для меня ты жадный, а? Для себя, для кури, для куша, для пить, да это, да показуха, да это, для машина, для тут, да дом, да это, да мангал, да там, туда, сюда, для все есть, для певец, да какой-то что-то хафла. Это сидеть, открыть, там, гулять, там, пойти петь, пам-пум, пить, там, тум, тим, есть. Для меня нету, а? Для самой важной вещи, что я хочу. За это умер Рабейну Бахья, умер. Ецарара, а где заходит? Куда яцера заходит сами сильно? А где может человек вернуться бетшува? Или можно, что в этот урок он вернется? Яцера заходит, что там помешать, что это не хасшалом, если такое вещь будет. У яцера работа не будет, зарплата не будет. Как он себя кормит? Чтобы нам помешать, нас спустить. В это, что мы сейчас грешим и делаем ошибки, яцера получает сейчас хороший штабах шеймолад. לכן הפיסנה נתקי לודי, בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, בוקתי בדסט, ז'יז אימיר. סכם, סתקוי כתוס דיל ברית, מי נבסימו ידיין דילאים הבריזניה, ברית מילה. בוק גברית יסתקי שתו ברית סמנוי קש דיין דילאיות. כתו את התקי לודי, שתו זנימייצה, שתו וירנות לודי בתשובה, וירנות לודי נפרבי נהיה דרוגה. את הקש דיין ברית סמנוי דילאיות. ואילו היה יודע אדם כמה תועלת יש ברדיפה אחר הרשעים. איסטי צ'לווייק זנאו סקול כאון פלוצ'ית זה את השטון ביגל פוסטי גרשניקי. שטו וירנות איך בתשובה ולזכותם דת עם זכות דיל התורה ספלודת. תפילין זוויזת, שבת ספלודת. היה רודף בכל איסטי תזנאו סקול כתי פלוצ'ית תיבגל זקש די עברי תיפבגל בי. כי מי שרודף ורץ אחרי החיים, אלו חיים.
Миллион долларов там есть бизнес. Это какой-то сейчас... Идем сделать? Да, конечно, давай побегим. Там. Он не спит. Он там завтра надо... Что достали, что добились. Ну, в конец ты оставишь это деньги тут. С собой не возьмешь. Но ты мог вернуться человек без чува. Ты должен был бегать как за это деньги. Ты должен был бегать, потому что это с собой возьмешь, а это не возьмешь. И наконец пишет Ана Фецавот. Ашрей азухе лезакот эт арабим, убифрат бедорену. Ашрей. Молодец, что ты такой, что делаешь зикуй арабим. Убифрат бедорену. Особенно в наше поколение. Что это поколение далекое. Что люди забили дорогу. Что бросили важные вещи. Шекола апикорсут, васит раха, вазнут, вазима, вагашмиот. Все зашло в нашу жизнь. Один вещь. Мы забили занести и вытащили. Это наша Тора, наш воздух. Лахен кола махнис Тора, кола осе Тора, килу махнис руа хаим ба адам шеба мимуло. Ты сейчас делаешь урок Тора, это урок Тора, что это? Это воздух. Это не материальная вещь. Это духовная вещь. Это что-то, это дышат. Тело без воздуха умирает. Мы это увидели в короне, сколько люди умерли, не было воздуха. Так в жизни что надо больше, чем всего? Воздух. Воздух. Кто может занести воздух? Тора. Кто это пишет? Всевышний. Без воздуха у тебя все будет. Ты все, вот, все у тебя есть. Но ты не дышишь, ты умрешь. За это кто хочет спасать людей, спасать себе, спасать своя семья, спасать свой дух, свою душу. Бог говорит, спаси мои дети. Спас мои дети. Я буду спасать тебя. Это Безрат Ашем, что я хотел в этот урок, что мы вместе Безрат Ашем учились. Как был урок? Кен? Да. Безрат Ашем, весь этот урок Лейлуй Нишмат Савта Шел Серджа Бабушка Мания Бат Шмуэль Бат Леа, что ее душа была נצורה בצרור החיים תהיה נשמתה בגן עדן עליון אמן ואמן ובעזרת השם לרפואה שלמה של פסה הודעת של פסה שבעזרת השם לרפואה את אבא עתיד של אשר וסשה של זבולון של משפחתו של שרץ ומשפחתו של שימשון רופא תיבוא עתיד כהן ברוך השם עתיד קרסבצ'יק הכל עתיד ברוך השם ברוך השם, פסיך תות, שתו בוג נמדר, פסיקדה, רודת שישסתי, רדסתי, פקוי, אמן ואמן. שתו בעזרת השם, תול כאן הרדסתו, ובידי לס בעזרת השם. שתו ובידי לתול כך חרושי, דניה, חרושי, סלוחי, חרושי, נובס תסלוש לי, פסיקדה, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זקוצרל. ולפיכך בנם תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.